В рамках спортивных соревнований среди инвалидов люди с ограниченными возможностями уже сыграли в шашки, показали результаты по стрельбе из пневматической винтовки, выявили лучших в дарте. А сегодня последний вид спорта в мини-олимпиаде – настольный теннис. В таких соревнованиях для людей с ограниченными возможностями важным является не победа, а возможность встретиться и пообщаться. Нас сплачивают соревнования, мы развиваемся. Ну и что еще сказать, что спасибо организаторам, которые организовывают нам соревнования, что мы проявляем хоть в чем-то себя. Но соревнования есть соревнования. И здесь обязательно кто-то показывает лучший результат. Победителями турнира стали Помидов, Колганов, Насыров. Через несколько дней победители всех видов спорта городского первенства объединятся в одну команду и поедут за медалями на областные соревнования в Пензу.